настоящее время наблюдается распространение коронавирусной инфекции. Коронавирус – возбудитель болезни, при котором отмечаются ярко выраженные интоксикации организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системой. Инкубационный период коронавируса от 1 до 14 суток. Основные симптомы вируса – высокая температура, заложенный солнце, насморк, сухой кашель, резкая слабость, головная боль. При данных признаках просьба немедленно обратиться к билетному кассиру в вагоне или к машинисту через радиосвязь машинист-пассажир. Соблюдайте правила гигиены, берегите себя и своих близких. Остановка «Источник». Следующая остановка – источник. Осторожно, двери закрываются. Ну, я вам чисто, да?